Китай готов к сотрудничеству с новым правительством США. Как заявил замминистра иностранных дел Ли Баодун, КНР настроена на стабильное и здоровое развитие двусторонних отношений. Пекин также надеется, что новая американская администрация поддержит создание общей азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли. Напомню, что создание этой ЗСТ – цель организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Однако ее будущее оказалось под вопросом после того, как США объявили о формировании транс-тихоокеанского торгового партнерства без участия Китая. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании обещал пересмотреть соглашение о транс-тихоокеанском и трансатлантическом торговых партнерствах. Китай надеется, что в продолжении политики нынешнего президента США Барака Обамы Пекин и Вашингтон продолжат двустороннее сотрудничество и будут конструктивно контролировать разногласия для стабильного развития двусторонних отношений. По нашему мнению, создание зоны свободной торговли, ВТР, не только в интересах Китая, но также в интересах экономик всего региона, включая и США. Поэтому мы призываем нынешнее и будущее правительство США вместе продолжить процесс по созданию зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 太自贸区建